Я помню, когда у нас были отборочные туры в театральный институт, а там вызывают десятками, ты заходишь, и вот я не знаю, что со мной случилось. Назвали мою фамилию, а я не пошел. Вот не знаю, правда, я слышу фамилию, а ноги не идут. Я это тогда списал на волнение, потому что, ну, правда, я этим никогда не занимался, в театральное училище стал поступать там без кружков, без всего. И вызвали какого-то другого человека, десятку набрали, и, в общем, вот так произошло. И меня, так как я не пошел в эту десятку, стали выкликивать уже где-то в конце. И мне, в общем, пришлось достаточно долго ждать. В результате меня, когда стали выкликивать, да, чтобы я пошел читать вот с десяткой, перед этим за две десятки приехал руководитель курса Михаил Иванович Царев. И я уже читал не просто педагогом сразу, а читал сразу Михаилу Ивановичу Цареву. Вот как хотите, интуиция это или не интуиция. А мораль научиться слушать себя. Потому что ты часто не понимаешь, вот что-то происходит. Да? Вот ты хочешь куда-то поехать, а вдруг, вот, ну да, вот что-то вот, ну, не хочется. Это не лень, да, а просто вот что-то тебя не пускает. Вот раньше я все-таки там собирался, ехал, и, как правило, это было впустую. А, наверное, если что-то происходит, то интуиция, она тебе неким образом подсказывает, что надо что-то делать. Поэтому не всегда надо стремиться к тому, что ты хочешь сделать сегодня. Может быть, это надо сделать завтра или послезавтра.